Павлович, кто готовит? По очереди? У меня жена готовит на всех сразу. Они в полянку, либо в лес, либо где вот на одной стороне. Да, либо уезжаем куда-то сажать, либо уезжаем там на несколько дней. Прополка, и на каждое дерево там по 17 манипуляций нужно. И обрезки, пропорка, там корневая система формируются против вредителей, болезни обрабатываются там больше. И там целый список у них. Есть такой стратегический на неделю, есть на каждый день, что в приоритете. То там колодец какой-то выкопать, то там бабки помочь, то... Если нет таких оперативных, значит в поле.